Everybody sing, cause we don't give a damn about a plan. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I'm gonna take you around. Всем привет, всем привет! Время лета, и с вами Лига Music Wars. А сегодня небольшой новостной выпуск, ребята. Давно я у вас не появлялся. Ну, я же не только на стримы должен ходить, хотя бы что-то интересного еще накопать. Так вот, сегодня мы будем рассматривать, ребята, три новости. Во-первых, переход получается в августе на новые подарки. То есть, соответственно, мы ждем обновления подарков, ребята, с надписью «У нас лето продолжается», если считать по 2017 году, около 13-15 августа. Что же будет в этих подарках? Будем там посмотреть. Ну, по крайней мере, по предыдущему нам предлагали вот такие призы, но так как Субарик у нас сейчас уже есть, соответственно, будет другой приз. Возможно, будет Нано Ева, возможно, будет Максимизатор. Но хотя кольцо, возможно, и будет. Но это тоже мои пока домыслы. Так что пока есть возможность, выкупаем. Выкупаем все, что есть, соответственно. И тусим в шейх-клубе, пока есть возможность. Ну, лето же продолжается. Но это первая новость. Вторая новость, ребята. Слухи, которые ходили по поводу, получается, закрытия Music Wars. Я видео, соответственно, смешное сделал. Ссылку в описании на пародию я оставлю. Не могли быть просто так, как бы, ну, не из ниоткуда, короче, взяться. Так вот, произошло это из-за того, что Development, получается, продал свой основной пакет, ну, имею в виду его владелец Антон. И, соответственно, Destiny Development переименовался в Destiny Games. То есть это произошло 23-го, вот смотрите, июня 2017 года. То есть, соответственно, помните, да, последнее обновление, то есть введение новой экспедиции было в 2017 году. Вы получили новый дирижабль, соответственно. Это, соответственно, проект разрабатывался, видимо, как раз вот в этот период. То есть он был анонсирован, больше ничего нового на музмехах, то есть, ну, мы не видим пока. Ну, пытаются люди найти, конечно, баланс между донатами и простыми игроками, но у них это плохо получается. В общем, продали все игры они, ребята, то есть подчистую, то есть среди них, вот видите, Ботва, Music Wars. Вот так, вот так вот, в общем, получается. Как у них идет разработка, ну, то есть неизвестно. Офис у них центральный находится в Москве. Но судя по, ну, Destiny, о, даже Destiny Production, то есть Destiny Games, вот, вот такая вот вещь. То есть они еще раз переименовались, получается. Destiny Development, Destiny Games, а здесь вообще Destiny Production. Ну, очень интересно. В общем, они ищут у нас, получается, 4 вакансии, вот такие вот, ребята. Разработчик, менеджер по продажам, тестировщик, в общем. И, насколько я понял, еще один, то есть, какой-то создатель. Ну, девелопер, то есть, ну, как и называют их, разработчики, короче, типа, девелопментеры. Вот, как-то примерно, короче, так. Поэтому, ну, не знаю, как будет развиваться проект, то есть, что его ждет. Компания уже передалась, то есть, если они будут его развивать, то они будут его развивать. Ну, судя по тому, что люди, короче, уходят из проекта, многие уходят, донаты уходят, очень, как бы, обидно. Значит, проект, ну, то есть, меньше денег будет приносить. Ну, я всегда говорю, если вы не хотите проапгрейживать что-то или улучшать, ребята, всегда будет такое, что люди просто оттуда будут уходить. Скучно становится играть в одно и то же. Привносите в игру всегда что-то новое. Но, ладно. И еще, наконец-то, ребята, появилась игра. Появилась игра, в общем, я ее недавно скачал. Вот, ребята, смотрите. Игра называется, вот, называется игра Music Wars. Вот.
Я нашел на просторах интернета ее. Вот, все, мы давайте ее будем устанавливать. Но я ее предварительно вот уже нашел, я ее поставил. То есть все. Обычно как происходит? У вас есть офлайн проекты, допустим, те же герои меча и магии. Они находятся на компьютере, после чего они появляются в онлайне. То есть мастера меча онлайн. Типа, ну, вот так вот вот. А здесь сначала появилась игра в интернете, а потом она перешла на компьютер. Самое смешное, что эта игра не работает без интернета. В чем же, типа, ну, она заключается? Так, свернем, давайте, я где-то оставлял уже, да? А, нифига я не оставлял. Сейчас мы перейдем. Так, Program Files, Music Wars. Вот, в общем, вот так это все, ребята, выглядит у нас. Вот. Ну, я запускаю в песочнице. Боюсь, ребята, не знаю, если честно, что делает, ну, приложение, поэтому запускаю его, и запускаю я его только в песочнице, потому что просто боюсь. В общем, вот так выглядит эта игрушка. В общем, не растягивается окно, ничего сделать нельзя. То есть вот она в стандартном виде таком. Ну, давайте начнем, нажмем играть. Давай, обновляйся. Вот, начинаем. То есть вот так, ну да, пусть будет Редклифф у нас, это не имеет никакого значения. Предположительно, в общем, я разобрал вот этот экзешник, закинул его в программу для разбора. Ну, есть такие программы, которые показывают, кто создатель, что там и так далее. То есть все полностью, всю подноготную вылаживают по экзешнику. Ну, в общем, она ничего не выдала. Идея такая, в общем, на C++ написана программа, которая встраивает браузер, ребята, именно браузер, потому что, видите, здесь в менюшке вообще ничего нету. То есть она просто встраивает сам браузер, встраивает его в определенное окно, то есть определенного размера, то есть вот так вот вот. И дальше все данные подгружаются из интернета. Но у меня, кстати, не видно, да, да, жалко, у меня не видно. Хотел показать загруженность сети, то есть что получается этот проект именно работает по сети. То есть до этого теперь вам не надо ни интернет-эксплорера всяких, ни Firefox'ов там и так далее. Пожалуйста, вот вам встроенный браузер. Все прекрасно работает. Только не знаю, как, насколько будет тормозить. Помните, да, глюки с торможением на, получается, флеше и, соответственно, видео, которые появлялись у нас на каналах. Ну, из такого, более-менее. Ну, вот. Ну, и еще и повисни давай. Ну. Ну, вот, ребята, вот, в общем... Зашли мы, короче, в игрушку. Ну, здесь стандартное начало, кто начало играл, видел, то есть никаких проблем тут нету. Ну, типа, на территории. В общем, показывать я, короче, это все не буду. Просто сам смысл, ребята, о том, что, ну, это не офлайновская игра. Да, и вот если взять и выключить, допустим, блин. Хотел выключить интернет. Ох ты, нифига себе, я еще 144 место занял. Ладно. В общем, если, короче, выключить интернет, игра не работает. Я подумал, прикольно же бы было такая, что раз и там прямо что-нибудь такое новенькое. Но, к сожалению, нет. Ну все, давайте закроем. Я не буду, короче, этого. О, 15 крионита. Конечно, к моим 2000 мало крионита, надо больше, чтобы хватало. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. В общем, новости сегодня разобрали. Не знаю, что нас ждет, получается, с Destiny Game или с Destiny Production или с Destiny Development. Ну, там уже неизвестно. В общем, продали компанию. Слухи были непростые. Игрушку можно не качать, ребят. Найдете ее на просторах интернета, если у кого-то глючит браузер. По крайней мере, ну, в ней браузер более-менее адекватный. Ну и ждем новые подарки. Давайте, ребят, счастливо, счастливо, отдыхаем, время лета, не залипаем за компом, не залипаем за компом, счастливо, счастливо, ребят, счастливо. У нас нормально, реально, нереально.